рада всех вас видеть сегодня в таком тесном небольшом кругу. С 2004 года в Темиртауском народном фотоклубе «Сплав» существует традиция ежегодно выставлять лучшие снимки в городском музее. Обычно итоги своей работы они подводили в марте, однако в этом году в связи с пандемией событие было отложено на неопределенный срок. И вот с послаблением карантинных мер сотрудники музея решили наверстать упущенное и организовали выставку, посвященную городским пейзажам. Многие из этих работ, они сняты в окрестностях Темиртау, либо запечатлен наш город. Это тоже была такая немножко цель, потому что в этом году мы отмечали юбилей нашего города, 75 лет, и все-таки в конце года хочется еще раз поставить такую точку, связанную с юбилейной датой и с нашим родным городом. В выставочном зале представлено 35 художественных снимков из архивов музея. Сами фотографы говорят, что успеть заснять похожий кадр – это работа не из легких. Нужно вовремя нажать кнопку, чтобы запечатлеть ускользающий миг. Здесь в живопись, это, конечно, должна быть живописная работа, да, то здесь светопись есть. Вот это как раз здесь четко показано. Посмотрите, во-первых, отражение, да, какое. Не зря даже фотограф назвал его «небесный огонь». Да, вот это отражение в воде и так далее. Так как снимки были выбраны сотрудниками музея, для авторов экспонаты стали сюрпризом. Александр Ворожев, ветеран фотографии, занимается этим искусством больше 50 лет. Знает многие работы здесь, ведь участником фотоклуба он стал еще в далеких 80-х годах. Говорит, что фотография идет прежде всего от сердца, и у каждого смотрящего будет свое индивидуальное впечатление. Без фотографии невозможно описывать. И фотография говорит сама за себя. То есть можно даже название не давать. Нужно показать картинку человеку, и он может сам придумать название. Любой фотограф, профессионал, который занимается художественной фотографией, он прежде всего это делает для народа, а потом для себя. Выставка фотозарисовки продлится всего неделю. Никаких возрастных или других ограничений. Единственное – соблюдение масочного режима и дистанции. По словам сотрудников, это не должно причинить никаких неудобств, ведь нет преград для искусства. Анастасия Граф, Сергей Баданин, Новости Темиртау.